На пересечении рек Мойка и Фонтанка расположен единственный замок в Петербурге. Его называют Михайловским или Инженерным. Здание построили по приказу Павла I. Он не хотел жить в Зимнем дворце, поэтому в первый же месяц царствования велел строить новую неприступную резиденцию для постоянного проживания. Павел I вносил в проект замка свои предложения, порой странные, и требовал их исполнять. Так внутренний двор стал восьмиугольным. Император, вероятно, считал, что эта форма будет напоминать всем о том, что он является гроссмейстером рыцарского религиозного мальтийского ордена, эмблема которого – восьмиугольный крест. Самодержец торопил строительство. 6000 человек трудились круглосуточно. Основные работы завершили за 2,5 года. Перед главным входом обустроили площадь для любимых царем военных учений и парадов. В центре разместили памятник Петру I, за которым был ров и 3 моста. Резиденция Павла I оказалась самой дорогой постройкой 18 века. В то время на 1 рубль можно было купить почти 6 буханок хлеба или проехать примерно 200 километров в почтовой карете.